сейчас иду на Хибия Лайн, еду на западную часть города, я там еще не был. Короче, вот Хибия Лайн, 5-я платформа, это станция Гинза. И будет через пару минут. То есть, короче, центровая узловая. И здесь три линии пересекаются. Маруночи, Гинза и Юракуча Лайн. Мне нужно направление Нака-Мегуро. И вот эта длинная платформа, она как... Ты можешь минут 20 идти по этой платформе, и она будет пересекаться с другими. Короче, это под районом, как подземный город. Ты здесь не знаю сколько. Очень много входов и выходов. И нужно правильный вход найти. Хорошо, что знаки стоят. И сколько метров написано пойти. Приехал я на западную часть города. Проехал Рапонги. И я несколько раз смотрел, куда я еду. Но я так и не запомнил название. Здесь названия такие... Что лучше их не запоминать. Я еду в какой-то... То есть еду в какой-то парк. То есть я в этом районе еще не был. Здесь у меня где-то 4 места. Они далековато друг от друга. Я сюда час добирался. Приехал сначала на Сасакусы, на Гинза ветке до центра, на Гинза остановке станции вышел. Пересел на Хибия линию. То есть не вышел в станцию, а на ту же станцию, просто пересел на другую линию. И мне где-то 10 минут ходьбы до этого парка. Я сегодня поздновато вышел. Где-то сейчас после обеда уже. Попил чаек юзу, который я взял на центральном базаре. Здесь пробки. Пробки можно сдавать. Если есть пробки дома, можно их скидывать. Короче, было ночью землетрясение. Прозвучала тревога в телефоне, оповещение. И оно оповестило где-то за... Здесь стройка справа мега идет. Там огромная территория строится. И, короче, когда оповестило, и причем у всех я услышал там на этаже, я проснулся моментально. Там такой, так громко она орала в телефоне. И написано, что в течение там пару секунд, в течение до 5 секунд будет... 5 до 8, ну до 10 может секунд, ты успеваешь, меня оповещаешь. Девушка на мотоцикле. Короче, где-то за от 5 до 10 секунд оповещают. Я вот где-то в течение 5 секунд почувствовал. Как только заорала сирена, я проснулся, думаю, что за фигня. Смотрю на сообщение. Сейчас будет землетрясение. На английском, не на английском. Эвакуируйтесь в ближайшую там, ну как, эвакуационная куда-то. И я лежу, начинает трясти. Так конкретно трясти.
5 баллов где-то или 6, я даже не знаю. Так, трясет, я лежу, думаю, встать с кровати. Думаю, сейчас, если я встану, то я, может, еще и упаду с просони. То есть лучше я полежу. То есть, если накроет, то... Ну, накроет все. Трухануло. Минут 10 я еще покемарил и потом дальше уснул. Ну, то есть, поживя здесь год, можно привыкнуть запросто. Это такосы делают. Первый раз вижу такое здесь. Я вот пытаюсь найти отличия. Опа, здесь какой-то... Не этот ли мне нужен? Здесь парк через реку, мне надо налево. Здесь река, Негура река. Это остановка и район называется Негура. Тоже набережная. Короче, я так понимаю, все сточные воды льются сюда. Я вижу трубу через каждый метр. И запашок такой. Не сказать, что прям галимый, но нормальный. Короче, здесь не знаю, почему такой уровень маленький. Как-то он, наверное, поднимается, или они выпускают. Но видно, что это рукотворное. Теперь там вода набирается. Интересно. Интересно здесь, конечно. Интересно здесь, конечно. Я смотрю, она сейчас, может, набирается. Но обычно вот так у них реки выглядят. И они полноводные, а здесь, смотрю, не полноводные. Странно, почему. Мне прям интересно стало. Смотрю, с другой стороны, там тоже... Вода. Ну там как бы залито. Может, они как-то по секторам их открывают. Красная дорожка для моих кроссовок. Интересно прям. Не видел я такого еще. Они измеряют что-то там. Мужики стоят веревками, изменяет уровень воды. Может, они специально чистят ее. Здесь насыпь каменная, наверное, намыло. Это что? Показывает, что-то там 200 метров шлюза, наверное. Да, но это красное, конечно, покрытие. Не знаю, зачем они так делают. Такое именно длинное. Вот так идешь в одно место, а узнаешь здесь еще несколько интересных. Несколько интересных мест попадается. Да.
сегодня чайка, только бахнул. Так, троекратного. Юзу, зеленый и какой-то оранжевый. Три в одном. Три пакета херанул. Вот этот парк. Намигуро парк. Филд. То есть... Так, я нахожусь здесь, слева внизу, и мне можно пойти по кругу пройтись. А куда пройти? А пройти можно, надеюсь, слева зайти. Новый день, новые приключения. Абелия грандифлора хед что-то. Это чтобы на великах здесь не катались, поставили перекладины. Вот если нужно что-то ограничить, не нужно никакие таблички, ничего. Ну, то есть можно ставить. Но нужно просто вот такие перекладины поставить физически, чтобы... И ни с кем не спорится. Здесь парковое звено. Я смотрю, открытая поверхность. Так, с очками. Что-то подозрительно, здесь много голубей. Здесь есть, а там нет. Они все здесь пасутся. Я так думаю, что... Ой, на деревьях сидят. Что их здесь кормят. Зерна подкидывают. Интересное местечко. Какие-то садики небольшие. Очень тихо. Сегодня четверг. Все на работе, как обычно. Детский сад. Кафетерий какой-то. Там виноград выращивают. Парники. Они здесь выращивают цветы разные, всякую такую фишку. Да, ну парк, конечно, маленький. Сейчас ехать сюда, это, конечно, не стоит, но... Все равно я уже 90%. 90% всего осмотрел. У меня остались только незначительные места. И в этой части плюс я еще не был. Я думаю, мне надо будет сесть опять на метро, чтобы доехать до второго. До второго места. Баскетбольная. Первый раз вижу, что так огорожали для одного кольца. Обычно два, чтобы играть команда на команду. А здесь играю только с одним кольцом. Кто-то ланчует здесь. Хоть этот парк такой и маленький, но мне нравится он. Он как-то спокойствие приносит. Сюда обычно какая-то... Да. Заняло мне 10 минут. Максимум. Кошка, блин. Фух, напугала меня. Стройка, стройка.
кранами разваливают. Краны у них небольшие, Камацу. Ставят высокий забор, чтобы пыль не расходилась. А я иду в центральную библиотеку. Мне идти 40 минут или 50. Это так. Благое дело пройтись по новому району. Я уже почти все обходил, кроме западной части. Частично. Что могу сказать? Здесь более холмистая местность. И, соответственно, здесь такие перепады и преграды, типа такой стены. Да. Я думаю, ну там подъем сразу идет. И мне надо в тот подъем идти. Это западная часть, она юго-запад. Она идет более горам. Вот в этой стороне идет Маунт Фуджи. То есть начинаются горы. Соответственно, с юго-запада уже начинается холмистая местность. Типа такое. Во-первых, я вижу здесь детский сад справа, и там смешанные, то есть воспитатели два, иностранцы. Я вижу, что дети смешанные, не чисто японцы. И здесь в квартале еще один чувак прошел. Здесь в квартале живут переселенцы. Какой же здесь подъем? На таких склонах строить дома. Они, скорее всего, здесь живут, работают, женятся. И здесь обитают. Такие здесь повороты судьбы. Фух. Вот так вот. Не знал, не знал. И нашел. Здесь вообще... подъем. Я вообще не знаю, здесь есть проход или нет. Здесь какой-то кейв. Да, уникальное место, я скажу. Главное, чтобы в этом месте был проход. Иначе придется возвращаться. Здесь красиво. По дороге идти не надо. Стройка слева. А я иду прямо, чтобы жарко стало. На эти подъемы. Ну, видно, что здесь строят новые дома. Это новые постройки, им лет 10-15 максимум. Облицованные. Асфальт новый. Видно, что здесь средний класс живет. По машинам даже можно. Мерс. Фиат. Это понты. Фольксваген. Все понятно. Средний и выше среднего класса. Так, я иду по дороге вообще по правой стороне. Какого-то. Да, здесь, конечно, красиво. Ухоженно так. Дома новенькие. На склонах. Вот я по склонам так еще не ходил. Были там некоторые склоны, где я был на... Уже не помню, где я был. Короче, восточно-южный я был. Там тоже чуть-чуть такие склоны. Подожди, это Рапонги разве?